Я абсолютно верю в то, что Россия воспрянет, раскроет крылья, и залогом успеха к тому будет чувство патриотизма, которое давно спит во многих из нас. И первый звоночек вот этого пробуждения чувства патриотизма – это было проведение Олимпиады, когда я своими глазами видела, как текли по щекам людей слезы разного возраста от гордости за свою страну. Я испытывала то же самое, поэтому я уверена, что у нас все будет хорошо.